Комментарий, который я слышу от многих людей: «Ну, я не уверен, что мне есть что предложить. И я не уверен, что кто-то увидит в этом какую-либо ценность. Я не уверен, что они будут платить за это». Ставим ли мы под вопрос свою собственную ценность? Или спрашиваем, будут ли другие люди ставить под вопрос нашу ценность? В любом случае, давай это простучим. Возьми на себя всю ответственность за свое состояние. Хотя я не уверен насчет того, что мне есть что предложить, я выбираю любить и принимать себя в любом случае. Хоть я не уверен насчет того, что мне есть что предложить, я выбираю любить и почитать себя в любом случае. Хотя я не уверен насчет того, что мне есть что предложить, может, я не уверен насчет своего потенциала и талантов, может быть, я сомневаюсь, что другие их заметят, что они не признают меня. И, конечно, они не собираются платить за то, что мне есть предложить. Хотя я не уверен, что мне есть что предложить. Я выбираю глубоко и полностью любить, почитать и принимать себя. И может, всех этих других людей, насчет которых я волнуюсь. Все эти сомнения насчет того, что мне есть что предложить. Все эти сомнения насчет того, что мне есть что предложить. Эти страхи, что мне нечего предложить. Эти страхи, что другие подумают, что мне нечего предложить. Даже если я признаю свой потенциал и таланты, не уверен, что другие будут их ценить. Я не уверен, что другие заплатят за них. Я не уверен, что смогу зарабатывать на жизнь, делая то, что люблю. Все эти сомнения насчет того, что мне есть что предложить, я выбираю очиститься от этих сомнений. Я выбираю очиститься от них на клеточном уровне. Я выбираю убрать их из всех эпизодов своего прошлого. Даже из всех эпизодов своего детства. Из всех эпизодов, когда я получал сообщение, будто мне нечего предложить. Будто у меня нет реального потенциала и таланта. Будто у меня нет ничего ценного. Потому что это были заблуждения. И сейчас я очищаюсь от них. Я также очищаюсь от всех этих сообщений, что то, что мне есть предложить, не имеет много ценности. Что с этим я не могу хорошо зарабатывать себе на жизнь. Людям может нравиться, что я делаю. Но они не собираются платить мне сколько нужно. Я получил эту идею от других людей. Но если посмотреть вокруг, люди получают деньги за экстраординарные вещи и за самые обычные. Люди отлично зарабатывают на жизнь самыми разными талантами и своим потенциалом. Я выбираю быть открытым к возможности, что есть реальный спрос на то, что мне есть что предложить. Может, я не позволял себе его найти.
Может, я выставлял людям энергию, которая говорит: «Не признавайте то, что мне есть предложить». Весь этот страх быть признанным. Весь этот страх иметь ценность. Что бы меня ни останавливало от того, чтобы видеть, что у меня есть ценность, от того, чтобы видеть, что люди могут ценить и будут ценить то, что мне есть предложить. Я выбираю все это очистить. Очистить из каждой фибры моего существа. Очиститься от этих страхов и сомнений. Потому что глубоко внутри я знаю, да, у меня есть потенциал и таланты. И есть люди, которые хотят этого. И есть люди, которые заплатят за это. И я сам выбираю ценить себя намного больше. В теле, уме и духе. Глубоко вдохни. Позволь себе по-настоящему ценить то, что тебе есть предложить. Что означает, ты будешь делиться тем, что тебе есть предложить, потому что люди ждут. Поэтому спасибо, что делаешь это.